Девчонки и мальчишки, всем огромный приветик. Сегодняшнее видео я хочу посвятить коробочке от Rebox. До этого я пользовалась другим конкурирующим сервисом, не буду говорить его название, думаю, что вы и так поняли, о чем я говорю. Вот, но с Rebox я познакомилась впервые, и поэтому я хочу вам рассказать свое мнение. Если вам интересно, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Так выглядит посылка, в которой приходит коробка. Ну, думаю, вы уже много раз видели, я тут уже все разорвала, конечно же. Вот, и сама коробочка вот маленькая достаточно. Внутри выглядит вот так. И вот такое наполнение. Всеми продуктами я уже пользовалась по одному разу, и поэтому, в принципе, могу вам уже рассказать свое мнение о каждом. Кстати, никаких брошюр у меня в коробке не было. Единственное, это была вот такая открыточка. Ну и также, конечно же, брошюрка с описанием всех продуктов, как обычно, в виде такой книжечки. Ну что ж, давайте приступим. И первое, что у меня было, это 4 парфюма пробника. Вот. Один из них я уже открыла, вот 4-й. 2 из них это женские ароматы от Dolce & Gabbana и 2 мужских. В общем-то, мужские я еще не пробовала, честно скажу, но женские я открыла и попробовала вот такой вот маленький пробничек. Очень мне понравился аромат, такой интересный, нежный запах, не знаю даже, с чем сравнить, просто действительно очень приятный, девичий, такой вот нежный. Я бы сказала, этот аромат, он на весну и на лето. В общем-то, достаточно приятный, и мне понравился, буду с удовольствием пользоваться этим пробничком. Вообще, такие пробнички, я уже неоднократно говорила, что очень-очень люблю. Далее идут 2 крема для лица, к сожалению, от неизвестной для меня фирмы. Вот так выглядят пробнички. Они довольно-таки маленького размера, здесь по 3 мл. В общем-то, название фирмы я даже не буду произносить, скорее всего, я напишу его здесь вот где-нибудь вверху. Вот один из этих кремов очищающий, то есть его можно использовать как средство для снятия макияжа, я уже пробовала, просто наносите его на руку, добавляете немножко воды, и оно начинает пениться, и наносите на лицо. Очень неплохо смывает макияж, на самом деле мне понравилось, кожу не сушит, и также после очищающего крема можно использовать второй крем, который просто наносите на лицо, как такой ночной крем, мне, кстати, очень тоже понравился, кожа потом нежная, такая мягенькая, приятный цвет лица. В общем-то, хорошие средства, но, конечно же, с одного раза толком понять их свойства невозможно, но, тем не менее, даже с первого раза мне уже понравилось. Также мне попался известный крем от Lancôme, который называется Genifique, вот такой вот. Тоже здесь небольшой объемчик, даже не знаю, сколько здесь, здесь 5 мл. На самом деле от этого крема я в восторге, хоть он и идет как какой-то, по-моему, омолаживающий вроде крем или для поддержания молодости, но мне он очень понравился. Во-первых, у него потрясающий запах, очень приятно он пахнет, консистенция очень нежная, очень легкая, он такой белый на вид, на лицо наносится очень комфортно, просто идеально, я не знаю, кожа очень увлажненная, нежная, мягкая. Также с первого раза мне этот крем понравился, очень приятный в использовании продукта, поэтому я довольна. Также у меня были вот такие шампунь и бальзам от фирмы, честно говоря, тоже я не знакома с этой фирмой, но называется КМС, если я правильно читаю, Калифорния. Вот такой вот бальзамчик и шампунь. Здесь в каждом по 30 мл. Также я использовала их один раз, помыла с ними волосы. И результатом я осталась очень довольна. Похоже на салонный уход. Во-первых, очень приятный запах. У них такой голубоватый цвет у шампуня и у бальзама. Приятно ими пользоваться, этими средствами. Волосы после такие мягкие. Также придается блеск. В общем-то, очень хорошие средства. Буду ими пользоваться. Также рада, что они мне достались. Действительно, мне понравились, и результат тоже, скажем так, меня порадовал на моих волосах, поэтому буду с удовольствием пользоваться. Вот, ну и последнее, что было в моей коробочке, я думала, что у меня будет, как и у многих девушек, тушь от Dior, но вместо туши у меня было другое средство, чему я даже больше рада. Мне достался вот такой лак от фирмы La Reina.
Я так понимаю, что это какая-то профессиональная фирма лаков для ногтей. Вот, и я очень рада, что мне попался этот лак. Очень было мне интересно его попробовать. Сейчас он у меня на ногтях, как видите, очень красивый такой летний оттенок. Девочки, я просто в восторге от этого лака. Вот такой вот яркий, насыщенный цвет получается с первого слоя. Он достаточно быстро сохнет, буквально за одну минуту. И лично на моих ногтях держится достаточно неплохо. Я уже хожу с ним, по-моему, 2 дня, и еще нигде ничего не облупилось. То есть лак действительно достойный, мне он очень понравился. В нем нет неприятного запаха, как бывает в некоторых лаках. Кисточка здесь такая обычная. Вот. Очень-очень хороший лак. Не знаю, не пробовала эту фирму никогда. И вот первый раз попробовала, и мне очень-очень понравился этот лак. Поэтому я даже рада, что мне досталась не тушь, а именно вот этот лак. И оттенок на лето, по-моему, просто замечательный. Сейчас у меня ногти короткие, и на коротких ногтях, мне кажется, что смотрится достаточно неплохо. Ну вот, в принципе, это все было мое наполнение от Elbox. Большое спасибо Elbox за предоставленную коробочку. Мне действительно очень понравилось этот сервис, поэтому рекомендую вам тоже попробовать. И если у вас есть какие-то мнения на этот счет, то, пожалуйста, пишите мне. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Всех вас очень люблю. Всем пока!